В декабре 2019 года житель Находки напал на сотрудницу банка. Угрожая женщине пистолетом и гранатами, он сел к ней в автомобиль и заставил довести до офиса. Вместе с женщиной злоумышленник вошел в отделение банка, потребовал отдать деньги из хранилища и скрылся. Причиненный ущерб превысил 5 миллионов 800 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали налетчика по дороге в аэропорт, куда он направлялся, чтобы покинуть регион. По месту его жительства и в гараже обнаружены ружье, несколько пистолетов, боеприпасы, а также гранаты и взрывчатые вещества. Приморца привлекли к ответственности по трем статьям Уголовного кодекса и заключили под стражу. В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовных дел к инкриминируемым деяниям. Находкинский городской суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом.